Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting. У меня есть прекрасные новости. Я хочу вас обрадовать, что появилась возможность более широко использовать профилактическую мастектомию. Конечно же, к этой операции существуют определенные показания, и мы должны их обязательно соблюдать. Необходима консультация. Вы можете смело обратиться к своему пластическому хирургу, и он поможет вам в решении данной проблемы. Мне кажется, в этом году это стало главной новостью, потому что это информированность наших пациентов, это информационные поводы, которые звучали в средствах массовой информации. Наши пациенты становятся более внимательными к своему здоровью и профилактике. Поэтому, на мой взгляд, это и позволило стать новостью этого года. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting.